И возвращаясь к теме выборов Путина, вот очень много было, знаете, предположений о том, как Путин поступит на следующий день после этих выборов. Мол, очень много его сейчас сдерживает, что он вот не решается, в частности, на масштабную мобилизацию. Но вот ряд экспертов говорят, что на самом-то деле и не нужна Путину та масштабная мобилизация, что у него достаточно этих рублей, на самом-то деле, нефти, долларов, да, он переводит их в рубли, и он может покупать лояльность россиян, покупать их участие в этой войне. По 200 тысяч в месяц, или там белая Лада, Калина, гробовые. Ну, то есть, что на самом-то деле ничего не изменится и на следующий день, после того, как Путин официально на выборах победит. Вот ваши предположения об этой дате и о действиях Путина на следующий день после выборов. Я тоже думаю, что ничего не изменится, потому что, во-первых, ему не надо принимать никакой новый документ. У него тот самый указ, который подписан осенью 22 года, действует. Там не поставлен срок действия. Там есть 7-й пункт секретный, который мы не знаем. А я предполагаю, что в этом 7-м пункте написано, что действие этого указа автоматически продлевается каждый год, если президент не придумал что-нибудь другого. Вот. То есть в этом смысле у него законодательно все обеспечено. Больше того, даже ему... Если не обеспечено, то он может всегда принять какой-то секретный указ в расширении, продолжение этого указа. Вот. Я с вами согласен, что с деньгами у него все нормально. Он, кстати, нам косвенно ответил на этот вопрос, потому что даже если у него не будет поступлений от нефти и газа, потому что, допустим, нефть он продает индийцам за рупии, и на эти рупии ничего он не может купить, они там лежат на его, значит, корреспондентском счету в Центральном банке в Индии, и он не знает, что с ними сделать, потому что так много чая России не нужно. Да, потому что так много чая, это там 1000 лет пить этот чай, чтобы на такие деньги его закупить. Вот, или какие-нибудь там краска какая-нибудь, или еще что-нибудь. Вот, потому что индийцы ему не продают свои ракеты, у них есть чего продать, они, потому что вполне себе не самая последняя держава. Но они то, что Путину нужно, не продают, хотя вот Лавров недавно ездил в Индию и разговаривал там с министром экономики и о том, что военно-промышленный комплекс там совместно что-то делает. Так что там все-таки какие-то потуги есть, и они немножко нас должны напрягать. Вот. Но Путин нам сказал еще другую вещь. Потому что вот он, когда его спросили про Хавьера Милея из Аргентины, он сказал, что его сказали, что вот он там отказывается от песо и переходит на доллары. А Путин ему сказал, что это, в общем, не очень правильный, не очень мудрый ход, потому что вот если ты перешел на доллары, то ты полностью зависишь от эмиссии Федеральной резервной системы США, потому что она вот только она принимает решение, сколько там имитировать в долларах, и ничего другого она тебе допечатать не сможет. А вот типа, если у тебя свои деньги, то ты можешь их и подпечатать. Вот Путин так вот ехидненько сказал, и мы все поняли, что типа, если у него будет даже дефицит в бюджете и будет не хватать нефтяных доходов, то он просто напечатает этих рублей, чтобы завалить россиян этими рублями. Да, конечно, потом будет инфляция, будут расти цены, все будет обесцениваться, но тем не менее заткнуть дыры в государственном бюджете просто напечатанием необеспеченных рублей, это у него всегда тоже такой вариант есть. И, конечно, вот надо отдать должное, что за этот год ему удалось все-таки поставить экономику Российской Федерации перевести ее полностью или почти на военные рельсы. Я вам напомню, что последние 10 лет российская экономика уже была на военных рельсах. Да, потому что вот я когда это говорил там во Франции последние 10 лет, что 30% государственного бюджета идет на оборону и на правоохранительные органы, мне никто не верил и говорил, ну что ты там рассказываешь. Я говорю, что страна, которая тратит такой процент на такие вещи, это страна, которая готовится к войне или находится, считает себя в состоянии войны. И в этом смысле все эти мои пророчества вот эти подтвердились. Вот. Так что в этом смысле здесь у Путина, к сожалению, все будет продолжаться так же, как продолжается. И я не вижу больших проблем для него в 2024 году, потому что санкции будут работать. Да, проблемы будут, но внутри Российской Федерации экономика все-таки военная тоже дает свои результаты. И эта экономика за год не обрушится. Вот это точно, к сожалению. Ну и, к сожалению, все-таки у Путина оказался вот этот сильный достаточно экономический блок Набиуллина, да, Силуана. Вот, к сожалению, они не оказались теми вот лакеями, лизоблюдами, да, они оказались, к сожалению, профессионалами, и они вытащили Россию вот из того места, куда Путин очень активно пытался ее загнать.
Ну, это немножко переоцененные вещи, потому что, так сказать, они просто, так сказать, блюли некие экономические компоненты, но страна, которая печатает танки и тратит деньги на вооружение, и все это разрушается на фронте, и все это не возвращается в экономику, все равно эта экономика разрушается. В долгосрочной перспективе, даже в среднесрочной перспективе, каждый построенный танк – это не построенный дом. Каждый построенный, там, я не знаю, миномет – это не построенный какой-то кусочек дороги. Каждый не построенный новый снаряд – это не сломанный сталинский барак и, соответственно, незамененная какая-то вещь. И каждая вещь, которая просто в качестве расходного материала попадает на фронт, это значит непроизведенное что-то, что ушло бы на потребительский рынок и сделало бы лучше жизнь людей. То есть в этом смысле никакая команда, какая бы профессиональная она ни была, она не отменяет никакие экономические показатели и экономические базовые вещи.